Сегодня глава Чувашии Михаил Игнатьев встретился с руководством некоторых предприятий республики, работающих в сфере строительства. Компания «Промстройтехсервис» предоставляет услуги по строительству подземных коммуникаций методом горизонтально направленного бурения. Юрий Михайлов рассказал, что сейчас технологии позволяют проходить без подъема грунта до 500 метров. Так не разрушаются имеющиеся коммуникации. Помимо Чувашии, компания работает во многих регионах России. Где-то больше 20-25 регионов. Это значит, начиная от Петрозаводска, значит, и Астрахань. Ухта, вот прошлый год очень много объема по газификации делали. Оренбургская область очень много газификации газифицировали. На сегодняшний день работаем, значит, еще можно даже заметить, можно на Олимпийские игры очень много объема выполнили мы. Сейчас в компании работают 60 человек. Во время выполнения крупных заказов численность сотрудников достигает 110 человек. Выразите слова благодарны за то, что создаете дополнительные рабочие места, несете общественную нагрузку. Рассчитываем, прежде всего, Игорь Владимирович, на вас, что ваши успехи будут еще лучше. Сегодня же Михаил Игнатьев провел рабочую встречу с руководителем компании «Делфинстрой». Обсуждались вопросы строительства социально значимых объектов в рамках проекта формирования комфортной городской среды. В текущем году строительная организация ввела в эксплуатацию 25 тысяч квадратных метров жилья. Тот земельный банк, который мы на сегодняшний день располагаем, обеспечивает, ну, при той динамике, которая есть на сегодняшний день, да, экономической ситуации, это ближайшие там 13-15 лет. Это гарантированное обеспечение работы сотрудников. Глава республики отметил, что компания ответственно подходит к строительству микрорайонов. Кроме жилья, там есть вся необходимая инфраструктура. Но у вас по тем показателям, которые я посмотрел, примерно 670 тысяч квадратных метров по развитию жилищного строительства, других объектов, включая социальную сферу, где еще органы власти могут оказать содействие для того, чтобы лучше благоприятную комфортную среду создавать, для того, чтобы эти микрорайоны, нам начатые микрорайоны быстрее развивались, соответственно, закрывать поэтапно.